Стали его запускать, все поломалось, ни узлы не стал вязать, ничего. Искали мастеров, нашли мастера. Есть мастер в сельхозпарке в Воронеже, зовут его Андрей. Малый, короче, золотые руки. Приехал ко мне, вызвал, приехал, пошло мое понимание. Практически сделал все бесплатно, по сегодня нынешним ценам. Все сделал четко, тюки вяжут отлично, ровные, узлы идеальные. Ну, короче, я просто доволен. Я не знаю, как свои вот эти выразить свои все вот эти удовольствия. Ну, что еще могу сказать? Всем спасибо, Андрюхе, огромное тебе, Андрюх, спасибо. Прям огромное. За то, что нам помог сделать. Теперь будем сейчас работать, рисовать, продавать. Расскажи всем, с какого ты района? Мы из Панинского района, село Перелешино. Вот здесь же, в Воронежской области. Вот мы здесь живем. Самое главное, ты доволен ремонтом? Очень, очень доволен, Андрюх, очень сильно доволен. Короче, все четко, все классно. Вот теперь будем работать. Теперь будем работать. Дай Бог, чтобы работать. Не жалуемся, очень хорошо, да. Все сделано. Сделано очень качественно все, Андрюх. Да. Все качественно сделано. Все, ладно, мужики, удачи вам, все, трудитесь. Спасибо. Тебе удачи, Андрюх.